Родился Джон Дэвисон Рокфеллер 8 июля 1939 года в небольшом городке Ричфорд, штат Нью-Йорк, на северо-востоке США. Джон был одним из шести детей Уильяма Эвери Рокфеллера и Элизы Дэвисон. В те редкие дни, когда его отец бывал в семье, Уильям в игровой форме очень по-американски учил Джона основным принципам ведения дел. В 7 лет Джон выращивает на продажу индюшек и копает за деньги картошку соседям. Заработанное аккуратно складывается в банк, фарфоровую копилку. Все расходы фиксируются в специальном блокнотике. В 13 лет Джон одалживает соседу $50 под 7,5% годовых. Эта операция принесла Джону Рокфеллеру первый пассивный доход. В дальнейшем именно такой вид обогащения, когда деньги работают на тебя, бизнесмен признавал в качестве основного. Только в 13 лет Джон начинает посещать школу Ричфорда. В 1953 году семья перебирается и оседает в Кливленде, штат Огайо. Юноша поступает в местный колледж и начинает изучать коммерческое дело и основы бухучета. С этим городом и этим штатом связано становление Джона Дэвисона как крупнейшего американского предпринимателя. Но молодой Рокфеллер пренебрегает колледжем ради трехмесячных курсов бухгалтеров, окончив которые, начинает срочно искать работу. 26 сентября 1855 года у 16-летнего Джона Рокфеллера был первый рабочий день. Он принят ассистентом бухгалтера в кливлендскую компанию Hewitt & Tuttle, занимавшейся недвижимостью и водными перевозками, а по другим данным – торговлей зерном и углем. Это место молодой человек искал 6 недель. Спустя 3 месяца Джон Рокфеллер получает свою первую зарплату – $50. 5 центов из нее молодой педантичный бухгалтер тратит на покупку записной книжки. Первая запись в ней – приход $50 зарплата, а вторая – расход 5 центов – покупка канцелярских принадлежностей. По окончанию испытательного срока зарплату Джону подняли на $25, а потом его назначили на должность руководителя. Но как только Джон узнал о том, что ему предложили жалование в $600, а предыдущий директор, между прочим, получал 2000. Он, говоря современным языком, сразу пишет заявление об уходе по собственному желанию и покидает компанию. Служба в Hewitt & Tuttle была единственной работой на хозяина в биографии Джона Дэвисона Рокфеллера. После увольнения он всю жизнь работал только на себя. 27 апреля 1857 года Джон Рокфеллер становится полноценным совладельцем Clark & Rochester. Начался углеводородный бизнес Джона Рокфеллера все в той же Clark & Rochester к концу противостояния севера и юга. В соседней с Кливлендом Пенсильвании находят крупные месторождения нефти. Рокфеллер хочет, чтобы совместная фирма занималась исключительно нефтью, а Clark упирается. Тогда Джон выкупает его долю за $72 500. Отныне только нефть и ничего более. 10 января 1870 года Джон Дэвисон основывает Ohio Corporation, получившую мировую известность как Standard Oil Company. Начальный капитал – $1 000 000. Всего через 10 лет компания контролировала 90% американского нефтетранзита и значительную часть нефтедобычи. К 1882 году в Standard Oil Trust были объединены около 40 бывших независимых компаний. Она стала крупнейшей в мире. Ежегодный доход нефтяного гиганта составлял $3 000 000. На Рокфеллера работали 100 тысяч человек. Но гром грянул в 1890 году. В Соединенных Штатах принимают первый антимонопольный, антитрестовый нормативный акт – закон Шермана. Более чем 20-летний период с 1890 по 1911 годы деловая, политическая и юридическая Америка боролась со Standard Oil, а Рокфеллер с командой изобретал различные пути отхода и уклонения от новой правовой реальности. В начале 20 века первый подкаток американского правосудия угодила дочерняя компания штата Индиана, и суд присудил штраф в $29 000 000. Но в 1911 году дело приняло уже совсем серьезный оборот. В конце весны, начале лета Верховный суд США обязал раздробить Standard Oil Company на ряд отдельных и де юре независимых юридических лиц. Эпоха нефтяного спрута подошла к концу. Формально. Фактически не изменилось ничего. Была одна компания, стало 34. Интересно отреагировал американский фондовый рынок на информацию о дроблении старой доброй Standard Oil. После кратковременного падения курса ее акций
накануне вынесения судебного решения, на бирже началось настоящее ралли после его оглашения и появления новых компаний. Суммарная капитализация новинок превзошла аналогичный показатель Standard Oil Company на $200 миллионов. Все вполне объяснимо. Новый крестовый поход против керосинового короля уже не состоялся. Рокфеллер лично заработал $50 миллионов на биржевых спекуляциях с акциями своих фирм. Почти весь современный американский нефтяной и нефтепродуктовый бизнес уходит корнями в Standard Oil. В месяц к Рокфеллеру приходили 50 тысяч писем с просьбами о помощи. По мере возможности он на них отвечал и отправлял людям чеки. Начиная с 1897 года, Джон Дэвисон постепенно передает функцию управления Standard Oil наиболее способным партнерам, а сам все больше занимается благотворительностью. Благодаря ему в 1892 году был основан Чикагский университет, в 1901 – медицинский институт имени Рокфеллера, позднее – университет имени Рокфеллера. Годом позже – Всеобщий образовательный совет и в 1913 году – фонд Рокфеллера. В 1935 году Рокфеллер отпраздновал свой 96-й день рождения. Страховая компания прислала ему чек на $5 миллионов. Это был первый случай за всю историю фирмы. По статистике, до такого возраста доживает только один человек из 100 тысяч. Доктора прописывали Рокфеллеру диету, и он с удовольствием ее соблюдал. Они назначали дозированные физические нагрузки, и он вяло крутил педали велотренажера, слушая проповеди по радио. До 100 лет Джон Дэвисон Рокфеллер не дотянул совсем немного. 23 мая 1937 года он умер от сердечного приступа. Джон был очень близко знаком с Генри Фордом и накануне собственной смерти назначил ему встречу в раю. Форд ухмыльнулся и сказал, что уж там-то они точно не встретятся. О том, где сейчас беседуют Рокфеллер и Форд, не знает никто. Но империя Рокфеллера процветает по сей день. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.